ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность межрегионального наркокурьера, осуществлявшего поставки наркотического средства «Мефедрон» на территорию Новосибирской, Томской, Свердловской областей и Красноярского края. Наркокурьером оказался безработный 31-летний житель города Красноярска. Какое количество наркотических средств здесь находится, в данном тайнике? Их 5 свертков и 2 пакета. Что должны были сделать с данным наркотическим средством? Расфасовать и спрятать. Разложить по тайникам, верно? Подозреваемый был задержан при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» вблизи одного из населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области. При досмотре автомобиля «Киа», на котором передвигался подозреваемый, полицейские обнаружили и изъяли в тайнике, оборудованном в автомобиле, наркотическое средство «Мефедрон» общей массы около 7 килограммов. В дальнейшем, в ходе осмотра квартиры по месту проживания фигуранта, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято наркотическое средство «Мефедрон» массой около 8 килограммов. Кроме того, при производстве осмотра в лесополосе Свердловской области полицейскими обнаружен тайник-закладка с наркотическим средством «Мефедрон» общей массой около 5 килограммов. Всего у задержанного из незаконного оборота изъято почти 20 килограммов наркотических средств. Как установили полицейские, обвиняемый осуществлял перевозку крупных партий наркотиков с целью дальнейшего сбыта на территории различных регионов России путем сооружения тайников-закладок более мелкими партиями.